Всякие последние назначения, кадровые подвижки в руководстве театров вы обсуждаете в семье, с друзьями, с коллегами? Нет, скромно удивляюсь. Прям всем, да, назначениям? Практически всем. Почему? Нет, кроме Машкова. Всем остальным, кроме Машкова. Удивляетесь, да? Ну, и Машков не удивляюсь. Ну, Машков в вашей системе координат входит вот в этот... Нет, он входит в систему координат табакерки. Ну да, да. Это же вы говорили, по-моему, в одном из интервью, опять же, за границей, что четыре великих М у нас существует. Это Маковецкий, Миронов... Да, да, Меньшиков и Машков, да. Машков, ничего не изменилось в вашей... Ну оценке? Как, нет, они великие русские артисты, что... Угу. Конечно, есть, правда, круче, там, тот же Колтаков, это, ну... Но они действительно очень хорошие, очень сильные и на грани гениальности.